Привет, бандиты! Наши постоянные балалайшники могут вспомнить, как в середине февраля мы проводили серию боев между классами. Сегодня я представляю вам первую битву солдов против пира. Данная битва примечательна тем, что солдатам пришлось нелегко против пироманов. Не будь критов, было бы совсем тяжко. У пира большая скорость, он легко отражает ракеты. И если бы не криты, солдатам было бы совсем не вариант. Так что криты балансируют солдата против пира. Итак, смотрите, а в конце будет важное объявление. Щелка, блин. Кыш. О, нетфлок солдат. Ага. Чё я тут решил? Нетфлок, девку включай. Нашествие пожарников. Нужна помощь. А сейчас они умрут и станут солдатами. Нет спаев, только солдеры только. Да, у нас все уже солдаты только. Со сменой карты класс Лимин сбросился. Ух ты! Там, блин, нечестно, не дабл ему димит, а у нас криты не выпадают. А там у Москвы флагистонатор, он не может отражать. А у них есть кто-то с флагом, а? Главное играть за всех. Москва с флагистонатором бегает. Нечестно, реально, они просто сносят все хп за 3 секунды, у нас нет рандомных критов. Но то они и рандомные. Вот, я тоже сношу, да сейчас дотолкаем до первой точки, нормально. Пришел один рандомный крит, когда я руки джампил, спасибо, Валва, я вас люблю. Стреляйте ракеты с разной периодичностью, пожалуйста. Не, ну блин, 100 хп сразу, блин, за полсекунды снеслось, чё за фигня? Ага, чуть-чуть не дотолкали. Да, пацаны, трошки осталось. Вы меня чего-то хотят, да? Карива, или скажи ему что-нибудь по-болгарски, тебе напиши. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да я понял, что он попал. Говорю, ты ему по-болгарски что-нибудь скажи. Big cup.
kicking your ass. Давай, попади в меня своей точностью. Why is that card stopped, maggots? Придешь, я уйду. Хорошо, что есть крипы. Все, было 200 хп, стало сразу 0 за секунду. Вот именно. Да. Давайте поменяемся, вы мне с атаками, а мы поджигатели, это будет нам легче. Ты можешь дойти в команду поджигать. Добавь аддон на добавление некоторых оружий в черный список. Барт, привет. Вот тут аптечка, что ты сделаешь? Уже будет легче. Да что-то там мне подсказывает, что до самого конца мы не доедем. Они тупо будут с крыши там прыгать на конечной точке и все. Мы не успеем, они тупо нас заспамят количеством. Ривали, скажи Темоксу, что мы тут с ним огнеметчиком играем. Вы огнеметчиком только играете. Что ему говорить? Он просто не сможет иначе подключить. Взять что-то другой класс. А, да? Темокс в интернет заработал. Привет, Темокс. Защищай меня, чё, у меня хп нету. Чё ты гоу-гоу-гоу говоришь? Я не понял, чё он до сих пор... Чё я просто напал? А чё за фигня? Дабы в команду нападающую одного инжа, да, поставить? Под телепорт воткнул. Не, сейчас скоро переместится. Если мы докатим, конечно. Да. Совсем небольшое условие. Бежать далеко. А, ну 5 минут, в принципе, можно добить. Потом. Надо, короче, Ривали, тебя, я завел ударом. Ривали, я завел ударом. Я мирный. Надо всем собраться в кучу. Так нас сожгут тупо, понимаешь? Понимаешь, они бегают быстрее нас. Их огонь закрывает полувидимого фрука на 90 фобе. На 75 фобе ты вообще ничего не увидишь. Если он даже за 10 метров будет. В сравнении, или даже за 10. Вот только что мы бежали кучи. Вот видишь, они просто один человек троих сжигает за полсекунды. Без критов. Отсюда вывод, надо рассредотачиваться по карте, да? А красная команда далеко не дураки, да? Пацаны, эти два человека догадались использовать противоположный взятый воздух. Тонор, ну-ка скажи, какой план будем использовать? Да это то же самое, как на Quake Arena BFG. О, они тебя кинулся в полете подстрелили. Слушай, Ривали, дай бог, чтоб ты ни одну аптечку не нашел. О, мы толкаем ее. Да, у нас напалм кинули.
Какие расстрелы хорошие. Я уже представил, как я сделаю ролик того, как пирычи подрываются здесь. Это просто круто, такие взрывы. Тема подпрыгнула, и его в полете то ли двумя, то ли тремя ракетами убили. Давай просто будем тогда спамить ракетами вслепую, чтобы они тупо не могли нигде ходить в узком пространстве. Это будет ответная атака. А почему вслепую можно целиться в них? Я тебя не стреляю, я буду за. Я какой штучкой на третью кнопку, а ты меня убил. А, да, слушайте, я сделаю ролик из вот того, как эти пироманы взрываются. Это будет красиво, по-моему. Еще надо музыку какую-нибудь подобрать подобающую. Подходящую. Да, красиво. Ролик, как они отражают, и ролик, как они взрываются. Блин, просто полметра взрывается и 53 хп сносит. Чё за фигня-то такая? О, у нас баланс включился. Кто отключить баланс? Сейчас отключу. Баланс отключен, так что можете по желанию заходить в команду любую. Кому кем нравится играть больше. Кто создатель кар это сделали, чтобы солдаты били быстрее просто, так будет вам легче. Что быстрее? Сынок. Солдаты. Я сейчас выпал первый крип за всю игру. Я тоже выпал один раз. Причем когда я рокет джампил, а не когда ты в противника стреляешь. Когда рокет джампишь, вот, пожалуйста. Короче, на меня три пиромана напало. Пытаются мне очко пробить. О, двоих я убил. А, я беру гейбокс, мне плевать на правила. Двоих убил. Они сами не играют, они по правилам. Я гейбокс беру. Гейбокс? А чё ты раньше его не брал? Может, это слишком имбовое орудие. Красные не хотят. Да, красные не хотите кто-нибудь один в синюю команду зайти? Так, ради прикола. Чтобы мы выиграли все-таки. Ха! Попался один крит в рокет-джампе. Прям убивали. Вау! Какая крипсовая хорошая вылетела. Короче, я буду сдалека бомбить. Ребята, это я ударом бегаю. Блики. Слушайте, вот я так и не понял. Правда говорят, что любая отраженная ракета превращается в критовую? Нет. Да, максимум мини-крит. Это не всегда. Да. Оно не всегда мини-крит. Не всегда. Иногда превращается, да? Да. Она, наверное, также рандомно превращается, да? Ну, это так же, как и криты, например, у инженера. 60% может быть. Ё-моё, валим отсюда. А я знаю. Где аптечки? Я тоже знаю, добавят аптечек. Вау, за мной выехали, по-моему, уже. Вот я знаю тайминги. Вот я хороший. Что такое тайминги? За сколько секунд противник пройдет до нужной точки, чтобы его убить, например. И сколько летит ракета. Вычисляешь это время, ну, на автомате просто уже и все. И как на калькуляторе? В нужный момент. На калькуляторе? Ну да. Средней рукой, которая центральная у меня. Которая между ног, что ли? С одним пальцем? А другими восьмими играю. Рука с одним пальцем, которая между ног? Да. Без ногтя, да? Это все, короче.
Точка невозврата это. Угол. За угол хрен закатишь эту вагонетку. Спасибо, солдат! Наступаю! Вперед, в атаку! Сейчас какие будут предложения? Часто упрел в чим. Отвечаю, парни. Ну, чуть-чуть поехала, это я ее за угол затолкал. Приличным шапок мяток. Шапка с плюриком. Медиков, сейчас попробую. Я сейчас буду тупо их спаункилить. Просто крепить. Слушай, я уже не успею включить медиков, потому что осталось. Уже смысле много. Так что оставим пока так. Сейчас команды поменяются. А, слушайте, сейчас же надо наоборот сделать синюю команду, чтобы была пира. Ага. Точно. Это я не допер. Что-то забыл, что здесь по цветам. О, тогда я прям сейчас попробую поменять команды. Не-не-не-не-не. А хотя давай. Я не против. Рандом всегда решает. Все закончится через 60 секунд. Все-таки я тебя убил. Но все-таки это плохо возвращаться на одно и то же место смерти 1000 раз. Все закончится через 30 секунд. Как удачно ты прилетел, не скажу. Я подтолкнул. Спасибо. И летит такой ко мне прям на ракету. Какой изящный. А че это у них красный с ракетометом? Такая интересная битва. И объявление. Начиная с 27 апреля, мы проведем чемпионат между классами. Слишком маленький рейндж, да. С 27 апреля по 2 мая. Пути-пути. Шапки, випки и суперприз от Айболита. Насмешка!